мақсатымыз қаңтар қырғыны зерттеу орталығының жұмысын әрі қарай жалғастыру. Бұған дейін біздер оңтүстікте Тараз, Шымкент, Қызылордада болдық. Сосын шығысқа шығып, ол жақта Өскемен, Семейде болып, өздеріңіз сияқты азаматтардан көптеген куәліктер алдық. О центре расследований январских событий. В январе многие наши соотечественники были застрелены бандитами, которых нанял режим. Теперь власти скрывают правду о своих преступлениях и вешают уголовные обвинения на законопослушных граждан. Матери, сестры, братья собрались в городе семьи. Если вы хотите выяснить правду о событиях кровавого января, не теряйте времени на фиктивную комиссию, созданную властями. Обращайтесь в Центр расследования январских событий, чтобы поделиться своей историей. Передайте полную информацию о своих убитых или арестованных родственниках. Центр занимается независимым сбором фактов и доказательств о январской бойне. Уже есть доказательства причастности высокопоставленных лиц к организации расстрелов. Еще нужно развивать много зацепок, ездить на места событий, фиксировать показания свидетелей. Необходимо искать и документировать доказательства. Призываем поддержать работу независимого центра расследований январских событий. Вы можете пожертвовать средства на его работу переводом на карту Каспий Голд. Власть заинтересована в том, чтобы скрыть свои преступления. Но мы заслуживаем правдивой информации о тех трагических днях.